Ставропольского парка Победы пополнение. Родился олененок. А если точнее, малыш европейской лани. Ему всего несколько дней. Смотрители с него глаз не сводят. Олененок чувствует себя хорошо, бегает за мамой по просторному вольеру, нормально кушает и, как положено маленькому ребенку, много спит. А вот имя ему еще не придумали. По традиции в зоопарке объявят конкурс среди маленьких посетителей на лучшую кличку. А немного раньше на свет появились вот эти очаровательные щенки. Пока безобидные и похожие на обычных дворовых кутят. А вот когда подрастут, станут опасными хищниками – волками. Как всегда, зоопарк Парка Победы готов порадовать своих посетителей. Мы подготовились к летним каникулам, к нашим самым основным посетителям – это малышам, школьникам. Битва хоров по Ставрополю.